Здравствуйте. Очень простая, маленькая, объемная снежинка из бумаги. Что мне для этого надо? Надо квадрат. Значит, вы спрашиваете всегда, какой там размер квадратика. Но в данном случае я беру квадратик 10 на 10 сантиметров. Складываю по диагонали пополам. Эта снежинка, ее сделать очень-очень просто, быстро, легко. И вы видите, она довольно красивая. И украсит нашу елочку. И комнату тоже. Опять получился вот треугольничек, да, я сгибаю. И теперь провожу только одну диагональ. То есть можно разделить его пополам вот так вот. И провести линию. Я под линеечку, конечно, проведу линию. Вот. То есть это будет линия разреза. Опять я не буду дорезать до вот этого сгиба, я дорезать не буду. То есть я беру вот, срезу. Получилась такая заготовочка. И таких заготовочек я сделаю 5. И получится красивый такой цветок объемный, ну, то есть снежинка. Затем беру клей и буду что делать? Сводить середину. Можно клей, а можно степлер. Но я возьму клей. Ну что, у меня хороший клей, а здесь такая мелкая работа. Так вот, сейчас приклеим. Так, вот такой рулетик, да, получился. Теперь переворачиваю на эту сторону. И тут тоже сейчас наношу клей. Свожу вот эти кончики. И получилась вот такая красота. Вот таких заготовочек у меня 5 штучек. Я их буду, естественно, сейчас аккуратненько складывать. И мы их будем соединять. Теперь, когда я свела серединку, просто вот так вот как бы распрямляю. Больше я ничего не клею, потому что эта снежинка держится и так хорошо. Достаточно, что привязать ниточку или приклеить ниточку и ее подвесить. Вот я сделала такие снежинки, их много. Вот мы делаем очень много снежинок, потому что у нас есть куда повесить. Да? Если вам понравилось, тоже сделайте себе. Делается быстро, легко, просто и дешево еще. И ваша елочка, и квартира будет к Новому году чистенькая, красивенькая.